Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Евгений Кощей. Давно у нас не было на канале мобильных игрушек, и вот тут я наткнулся на одну игру, которая называется Chaos Battle Language. Хаос Легенд, Битва Хаос Легенд, что-то вроде этого. Это клон Clash Royale, но очень годный и стоящий клон. И мне прям на самом деле захотелось в него поиграть. Показать вам его, наверное, все-таки вы уже встречались с ним. Ну, давайте начнем с самого начала и посмотрим, что здесь к чему. Если вам игрушка, конечно, понравится, мы продолжим ее снимать. Я думаю, это будет интересно. Там большое количество, множество карт и различных вариаций. Ну, давайте не будем залезать вперед, а будем постепенно во всем разбираться вместе. Итак, у нас появился какой-то профессор. Я профессор Хаус. Приветствую на обучении сотрудников лаборатории Хаоса. Понятно. В рамках чисто научного исследования мне нужно, чтобы вы вызвали брейтеров через время и пространство для сражения на этой самой арене. Пора предоставить вашего первого противника миру боли. Давайте создадим немного хаоса. Давайте. Так, ну тут все понятно, все как в клэше. У нас есть с вами колода, есть карты, и мы с помощью этих карт нападаем на противника, чтобы завоевать... Точнее, в первом разгромить его башню. Так, выпускаем этого парня. Это у нас циклоп. Я так понимаю, клэши это у нас, по сути, гигант. Дальше. Марсиане. Ну, это в клэше, я понимаю, те же гоблины. Все понятно. Этот у нас парень с бомбами. Тут же выпустим еще одного гиганта. Это у нас бомбочка. Отлично, точнее, фаербол, да, как вы понимаете. Отлично, башни одной соперника уже нет. Вторую фигачат. И все. Вообще на изи. Вообще просто на изи. Я даже не успел прокомментировать. Ну, это все-таки у нас такой, скажем, обучающий бой, да. И, конечно же, он у нас легкий. Смотрите. В Clash Royale мы с вами получали сундучки, а здесь мы получаем с вами вот такие вот тостеры. Обучающая лига, и получили с вами награду. Продолжить. Игрушка доступна в Android Market в бесплатном доступе. Я думаю, на iOS, конечно же, она тоже должна быть. Не так давно она вышла с бета-версии. Она была еще, когда я начинал в нее играть. Давно, точнее, не начинал, а пробовал. Она была вообще на английском языке, но вот сейчас уже ввели русский язык, и все вроде как неплохо. Так, отлично. За каждый выигранный поединок вы получите в награду одно из моих устройств для путешествий во времени. Тостер. Понятно. Тостер расшифровывается как колебательно-временный, вспомогательный, на самом деле неважно. Давайте уже его откроем. А давайте. Так. Начать разблокировочку. И нам предлагают с вами открыть за один кристальчик, но мы этого делать не будем, так как тут всего у нас 10 секунд, и у нас уже он в доступе. Итак, что мы получаем? Мы получаем золото, мы получаем с вами бандита, обычная карта. Можем прокачать его уже до второго уровня, и редкая карта Ван Хельсинг. О, интересно, что это у нас за Ван Хельсинг? Так, у вас достаточно карт для улучшения. Ну, все понятно. Тут мы можем улучшить. Вот такие карты на данный момент у нас есть. Более подробно каждую карту мы будем постепенно с вами рассматривать и пытаться их применять. В общем, все по сути как в клэше. Да, вот видите описание, урон и так далее, и тому подобное, скорость передвижения. Давайте сразу улучшим, так как нас требует это сделать. Стоит 3 энергии. Повысилось у нас здоровье, урон в секунду, урон по области и урон при смерти. Урон при смерти тоже интересно, что это такое. Ну, здесь я знаю, что есть несколько фишек, тех, которых нет в Clash Royale. И это мы попозже с вами тоже увидим. Несмотря на ваш довольно затрудненный интеллект, вы быстро учитесь. Давайте добавим эпическую карту в вашу колоду. Так. Давайте сделаем чуть погромче музычку. Давайте, конечно, добавим. Ага, можно выбрать, да, кого можно добавить? Вы знаете, я играл
маленечко, да, как говорил в эту игру, был у меня вот такой парень, фараон. Он пускает каких-то огненных штучек. И что-то еще делает. Ну, неважно, был у меня такой бычара. Вот этих двух у меня карт не было. Бык, по-моему, тема неплохая. Он прорывается к башне и просто долбит. Но вот это тоже штучка НЛО классная. Это воздушная, так скажем, типа, если сравнивать с Clash Royale, наверное, муха с неплохим здоровьем, которая у нас одна муха, да, такая продвинутая. Вот давайте попробуем, мы все-таки возьмем ее. И вот она у нас появилась. Эпическая карта. Уровень 1. Она не слишком громко ли сделал? Ну, вроде не нормально. Так, ну и что? Нам предлагают сделать битву. Давайте. И с это сотворим грязь. Почему бы и нет? Забавная на самом деле игрушка. Мне понравилась. Нет, слишком громко. Чуточку убавим. Неплохая графика. Неплохая прорисовка карт. Типа есть какой-то типа сюжетик, не сюжетик. Так, давайте пустим бомбера вслед нашему циклопу. И пустим Ванхельсинга. Ванхельсинга у меня еще не было. Но это он понимает как типа арбалетчик, что ли, да? О, отлично, просто отлично. А ну-ка вот, смотрите, что у нас делает НЛО. На бомба, просто бомба. Круто. Круто, мы опять победили. Ну что, и требовалось ожидать, по сути. И мы получили с вами награду. Счет тоса, только какой-то улучшенный, я так понимаю. Так. Ну, конечно, как же нас еще обозвать? Как не Микс Гейм. Отлично. Подтвердить. Конечно, да. Ага, нам еще дается, кстати, награда. За 6 дней входа, да? На данный момент получаем золото, и это очень круто. Да, здесь, как и в Clash, можно создавать гильдии. Не альянсы, а гильдии, да? И я думаю, попозже мы накопим золото. Золото, по-моему, стоит 2000 для создания гильдии. И вы можете потом присоединяться в нашу гильдию. Будем вместе воевать и чего-то достигать. Так, еще вот такая тема разблокирована. Вы разблокировали пушечную турель и разблокировали приливная волна. Угу. Это, кстати, то, о чем я говорил. Вот этого нету у нас в Clash Royale. Как это работает, я вам тоже все покажу. Вы, как видите, мы находимся с вами в первой лиге. Тартуга, 1675 год до нашей эры. Вот есть возможность у нас здесь. А, нет, кстати, первая у нас лаборатория Хаоса, 1999 год нашей эры, нулевая лига. И здесь мы можем с вами получить вот такие карты. В первой же лиге нам доступны уже вот такие карточки. Вот это, я понимаю, у нас легендарочки. Очень бы хотелось что-то заполучить из этого. Ну и дальше у нас пошло и поехало. С этим мы будем тоже с вами разбираться попозже. А, давайте посмотрим, что мы тут еще имеем. Итак, здесь у нас есть наш профиль, где мы с вами можем посмотреть, в какой лиге находимся, сколько кубков набрали. Что за гильдия у нас? Есть хэштег наш. Сколько побед? Трезвездочные победы. Наивысшие трофеи. Сколько найдено карт? Всего уже карт в игре, так понимаю, 57. И они будут тоже постепенно добавляться. У меня на данный момент их 8. По сути, так и должно быть, потому что колода состоит минимум из 8 карт. И наиболее часто разыгрываемая карта. Ну, пока, я так понимаю, компьютер еще и не определяет. Вот все мои карты на данный момент, которые у меня есть. Уровень мой 1. И главная башня. Здоровье 2400, урон 65.
Дальность атаки 6,5, урон в секунду 65, тип цели, земля и воздух, скорость атаки 1 секунда. Дальше, что тут имеется? Ну, это понятно. Лига и наши кубки. Здесь мы с вами, кстати, тоже можем выполнять некие задания, некие квесты в игре и за это получать сундучки. Очень крутая тема. По-моему, вот так, подобной такой вот темы у нас в Clash Royale нету. Там у нас только есть королевский сундук, который мы можем открыть раз в сутки. Здесь есть маленечко иная система. А тут у нас настроечки, почта, тут, я понимаю, рейтинг, и тут вот это что такое, я не знаю. Это повторы. Все понятно. Есть у нас сундучок, в котором мы можем посмотреть рекламу и за минус час сразу сделать. Но этого делать не буду. Буду это делать не съемки роликов, а мы поставим пока на разблокировочку, и через час мы уже можем получить какие-то с вами новые карты. Здесь у нас магазинчик. Карты эти можем приобрести на данный момент. Есть какие-то акции за реальные бабло. Есть, соответственно, у нас тостер, и большой тостер, шикарный тостер и супер шикарный тостер. Ну да, тут можем получить вот 5 эпичных карт, 56 редких карт, золото и всего 220 карт. В общем, все по сути как в Clash Royale. Как я говорил, это по сути клон, но очень стоящий клон. Я считаю, что есть место быть этой игре у нас, так скажем, в игровой индустрии. Итак, смотрите, что у нас еще имеется. Мы с вами можем менять, во-первых, разнообразные турели на наших башнях. Допустим, изменить. Мы поменяем с вами пушечку. Вот такие еще мы можем получать во второй лиг, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой и в седьмой, так понимаю. Использовать, изменили. Это раз. И во-вторых, у нас есть еще одна особая карта, которую мы, по-моему, можем использовать раз за игру. На данный момент у нас установлена приливная волна. И больше у нас никаких подобных карт открытых нету. Также мы их можем потом открывать, проходя другие лиги. Итак, смотрите, мы с вами использовали и другую турель, и этим самым выполнили задание и получили тостер. Как я говорил, есть небольшой квест. И сразу мы можем с вами забрать это дело и открыть. Так, дальше. Получили 3 кристалла. Ага, разблокировали новую карту Флибустьеры, обычная карта. Марсиане. Редкая карта Циклоп. Ну вот как-то так. Ну и что? Давайте посмотрим нашу колоду. Предлагаю сразу улучшить наших марсианей. Так. И что у нас еще? У нас с вами еще есть, значит, флибустьеры. Давайте тоже их сразу улучшим. Так. И что? Ну, на самом деле, я так думаю, все мы сейчас оставим вот таким образом. Стоимость колоды у нас 3,5. Блин, сколько тут прикольных карт, а? Ну, ничего, мы еще с вами до этого всего дойдем. Есть, кстати, также 3 режима колод разных можно менять. Можно колоды как-то называть под себя. Ну, мы оставим в данный момент вот такую нашу колоду. И давайте попробуем разочек сыграть. Так, тут что у нас? А, кстати, есть турниры. Разблокируются они при том, когда вы наберете 5 уровень. Это у нас гильдии. Ну и поехали. Давайте сыграем с вами один еще бой вот этой нашей колоды, которая есть на данный момент. И на этом, наверное, обзор этой игрушки мы завершим в этом ролике. Я надеюсь, вам игра понравилась. И мы с вами будем в дальнейшем эту игрушку видео показывать все больше и больше. Ну, вам приятного просмотра. Не забывайте поставить лайкосик, подписаться на канал. А мы поехали. Да, кстати, вот такая штучка еще крутая есть. Нет, вы можете подтвердить.
какую ли вы колоду хотите использовать, потому что мало ли что, вдруг вы не ту колоду выбрали или что-то еще, и есть такое подтверждение. Очень нужная штука. В Clash Royale, я так понимаю, этого нет. Ну что ж, попробуем победить на данный момент противника. Это у нас уже, друзья, мультиплеер, и будет не все так просто, как... Что за ожидание противника? Ага, все, нормально. И будет уже не так все просто, как при обучении. Здесь нам будут уже сопротивляться. Так. Пустим сразу циклопа, Ван Хельсинга и бомбера. Отлично. А если вот так теперь замудрить? Хорошо. Хорошо. Смотрите, что. Вот этот парень, как его звать-то, я уже, блин, забыл. Оставляет после себя еще бомбу, которая будет наносить урон противнику. Это тоже прикольно. Так, давайте сделаем вот так. Хорошо, хорошо. Ой, ой, отлично, с бичком разделались. Нормально идем. Все, сейчас гигант наш, циклоп точнее, добьет башню противника, и мы будем иметь уже какое-то преимущество. Так, Ван Хельсинга пустим в оборону. Отлично. Опять пускаем циклопа. И давайте-ка вот так вот сделаем. И еще и бомбочку. Ах ты, бычка упустили. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Вот, кстати, о чем я говорил. Вот эта штучка. Волна. У меня, кстати, она тоже еще осталась. И я, по сути, могу ее воспользоваться. А мой противник уже, по-моему, нет. Смотрите, эпа, и победа за нами. Круто. Моя первая победа. При этом мы заработали 12 золота, 27 кубков и сундучок первой лиги. Обычный, я так понимаю. Не сундучок, точнее, а тостер. Ну что, друзья, вот на этом мы с вами обзорчик закончим. Кстати, вот, посмотрите, еще есть. Разыграйте поединок. 5 поединков. Это очередной квест. Нужно мне еще выиграть один бой, и я получу очередной тостер. В общем, все круто. Я так понимаю, мы с вами продолжим в это играть. Я думаю, вас тоже заинтересует эта игрушка. Clash Royale, знаете, он уже все-таки маленечко поднадоел. Я сам любитель Clash Royale, играю в него много. У меня даже есть целых 2 аккаунта. Но для меня вот это что-то новенькое и очень даже неплохое и интересное. Ну что, друзья, с вами, как всегда, был Евгений Кощей. Повторюсь, не забывайте поставить лайкосик. Они меня очень мотивируют снимать новые видосики. Хоть я и ограничен по времени. Пишите свои комментарии, что вы думаете об этой игре. С вами был Евгений Кощей. Всем удачи, всем пока-пока.